Великая история и большие достижения Казанского федерального университета продолжают покорять внимание важных гостей. На этот раз «Альма-Матер» почтила визитом делегации из Индии во главе с чрезвычайным послом. Убедившись во всем лично, гости вуза отметили огромный потенциал Казанского университета, обозначив все возможности для развития партнерских отношений. Ректор КФУ подтвердил готовность к развитию образовательных программ. К большому сожалению, между университетом нашим и индийскими университетами такой большой длительной истории взаимного сотрудничества пока нет. Более интенсивно мы начали работать, начиная с 2012 года, и очень интенсивно работали в 2015-2016 год. После совещания с ректором КФУ чрезвычайного посла Индии ждала еще одна не менее важная встреча со студентами и директорами вуза. В рамках визита он провел публичную лекцию, на которой обсудил со слушателями российско-индийские отношения в области образования и науки. И, конечно же, не утаил от слушателей истинную цель своего визита в Казанский федеральный. Нашим странам России и Индии просто необходимо продолжать развивать дальнейшее плодотворное сотрудничество. И, конечно же, нельзя оставить без внимания образование и науку. Мне очень хочется видеть вас, студенты, магистранты и аспиранты в университетах Индии. Думаю, стоит приложить к этому максимум усилий. Можно с уверенностью сказать, что уже есть все предпосылки для дальнейшего сотрудничества КФУ с вузами Индии. Совсем скоро можно будет с легкостью осуществить обмен опытом в области образования, науки и инноваций. Адель Шамилова, Руслан Уразаев, Универньюз.